Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал Джиджи Фэмили. Мы продолжаем проходить Южный парк, расколотый, но целый. Да, в прошлой серии она закончилась тем, в прошлой серии, то, что, получается, еноты, друзья, как там правильно, еноты и его друзья и борцы за свободу объединились. Наконец-то, конец гражданской войны. Но мы теперь будем вместе разрабатывать нашу франшизу. Ёб твою мать. Ты чё за нахуй? У меня аж мат вырвался. Это жесть. Это чё такое? Офигеть, чё случилось? Ёпта. Чё произошло? Алло? А где родители? Начинаем день правильно. Смотрю три новости. Доброе утро, Южный парк. Вчера нападение на полицейский участок стало для жителей настоящим шоком. Никто не мог в это поверить. Теперь, когда заключен на свободе полицейской больницы, один из членов торговой палаты не выдержал и объявил, что будет баллотироваться на пост мэра. Жители Южного парка заслуживают безопасную жизнь, где нет места творящей само суд бойца, который передает людям на голову. Вместе мы можем освободиться от анального терроризма, который нам пытаются навязать. Меня зовут Митч Коннор, и я ругаюсь за я ручаю за свои слова. Так, окей. Так, нам надо переодеться, да? Эй, мужик. Ты когда-нибудь было такое чувство, что ты не знаешь, что делать дальше? Как будто тебе не указали направление, или ты вообще не уверен, что происходит? Дитя мое, это потому, что ты пытаешься найти себя не тем способом. Твоя сексуальная идентичность, раса и этническая принадлежность — это ничто по сравнению с твоей религией. Иди к пруду, дитя мое. Кто-то ждет тебя там. И этот кто-то наконец-то поможет тебе понять свою истинную сущность. Поговори с духовным наставником пруда Старка. Не понимаю, что происходит? Борцы за свободу. Всем борцам за свободу вернуться на базу. Так. Давайте сначала сходим вообще в полицейский участок, но надо же закончить наш квест. Что у нас дома произошло? Почему у нас весь дом в крови? Где наши родители? Что прям происходит, мать его? Может, батя все-таки до такой степени обкурился, что мать завалил? Или мать там нажралась, что завалила батю? Да блин, ну пройди ты. Ходи, конец. Это же маленький убийца демона. Да. Hey there, it's my little hero. You posted all my headshots around? Как где-то. Я еще ничего не слышу, но мне очень скоро позвонит агент по поиску таланта. Вообще, я тебе обещал показать содержимое нижнего ящика, он стал... Вот она. И до неуместного касания. Это все? Мистер Адамс. Я-то думала, что-то у него интересно. Его везде клоуны. Так, что у нас тут? У
Убеди несколько человек, где есть подписаться на тебя в Янтограмме. Ой. Так еще что ли? Артефакт. У нас вон что есть. Ладно, пусть будет так. И все, да? О, кстати, плюс один перемещение дает. Нормально. Так, пойдем теперь в пруд. Точнее, к пруду. Я даже не знаю, что это за наставник. Кстати, вроде он же, да, нам давал эту бумажку-то с макарошками. Может, даст еще? All right, another selfie. I guess Jesus would do it. Remember to use Kunstagram to celebrate the Lord. Нет, ты мне не дашь? He will guide your blessed behind as you seek to fart out evil. Ой, а я этот проверяла? А, да. Я думал, он даст мне еще, но нет. Let me tell you about our generous rollover minutes policy. Даже можно переместиться, чтобы не пробегать. В принципе, что тут бежать, что перемещаться одинаково. There you go. Угу. Kid, over here. Я наблюдал за тобой. Уверен, мы можем помочь друг другу. Знаешь про курс супер лучших друзей? Well, так вот, я один из них. Моряк! Могучий супергерой с необычайной способностью разговаривать с рыбой, он также плавать. Это спермак. Спермак. Я моряк. Моя задача помогать всем морским обитателям. Есть тут одна голубая рыбка, которая очень хочет, чтобы ее мама попала в рай. Я хочу помочь ей, но остальные супер лучшие друзья постоянно говорят, что у них нет времени. Поможешь? Ну, давай. Отлично, тогда поедь за мной на дно морское. Не волнуйся, с моей гидрозащитой вода тебе не страшна. И нырнул наш герой на самое дно под защитой спермака. Моряка! Туда, где живет голубая рыбка. Не плачь, маленькая рыбка, я вернулся с подмогой. Спасибо тебе, спермак. Ты правда думал, что сможешь помочь моей маме? Я моряк, и да, смогу это дитя обладать невероятными способностями. Ладно, если поможешь маме попасть в рай, я дам тебе 3 миллиона долларов, еще и ювелирных украшений. Возьми за мой голубой проводник, и магический сюрприз принесет нас к моей маме. Спермак и его напарник касаются плавника голубой рыбки и переносятся в Вальхаллу, где другая рыбка катается на единороге. Я здесь, мама. Да, ты, детка. Это я, мы можете попасть, тебе поможем попасть в рай, мама. Каскаш, кружка, моя маленькая голубая рыбка. А, это же есть такая игра. И про птичку. Флоппи, Флоки, что-то. Флобёрдс как-то. Не помню. Ну там, конечно, пердеть не надо. Так, пока идеально. Флоппи Бёрдс вроде называется она. Чё, слишком высоко взяли. Блин, она ещё двигается. Блин, надеюсь, мы все.
few tweets people sent me because they don't understand my genius. Блин, у меня одна жизнь, что делать? Блин. Ты мёртв. Что с самого начала? Simon Sidekick had to help the gay fish's mom fly to heaven on a stream of rainbow unicorn farts. That Seaman again. This road leads right to heaven, ma. Just watch out for those columns. Блин, капец. No one's ever seen shit like this before. You think this? Там ещё что-то параллельно они говорят, ещё пытаюсь прочитать, что они говорят. But even as the gay fish's mom got closer to heaven, the path became more treacherous. Так, ну у нас сейчас 5 жизней, было 3. Oh man, this has everything. Columns, fireballs, sparkly rainbows. It's genius. Блин, да как так? Ну. Uh-oh, you're going so fast. Да ёб твою мать, ну что за фигня? Всё. Gayfish's mom was nearly to the outskirts of heaven, but then Zazul appeared. Oh no, that demon represents all my haters. These fireballs are like the mean tweets people send to me because they don't understand my genius. Да блин, нет, пожалуйста. Gold disc and send it into space so that aliens can see it. Блин. Ты серьёзно, что ли? Ёлки-ма. Нифига себе, я тут жизнь не подавали. Серьёзно? Да, конечно. Я скажу, что ту игру я не прошла, так что сложновато немножко. Да блин. Что такое-то, а? Ну, чё началось-то? Что так быстро все перемещается? Вот этого как-то... Да блин. Вот рогом, значит, он не задевает, а копытом задевает. Ты серьезно? О, я сделала это, спасибо за помощь, малыш. Мне прям чуть-чуть там оставалось, блин. Люблю тебя, мама, до встречи, малыш. Да, до встречи, мама, хоть стоп. А что это сейчас значит, мам? Погоди-ка, это что такое? Ты же сейчас справился, сын мой. Спасибо, Иисус. Это я не тебе спермак, а мальчишке. Моряк! А, да, правильно. Как там ни было. Ты не обязан был помогать этой голубой рыбке, сын мой, но ты сделал это. Мальчишка должен был мне помочь. Я лирический гений, глаз нашего поколения. Если ты пытаешься познать свою духовную природу, сын мой, давай я тебе помогу. Каждый великий есть плохие люди и хорошие. А кто ты? Мы нейтральны. Агностика, атеист, буддист, христианин, индус, иудей, мормон, мусульманин, иудей, ортодокс, клакер, растаман. Можно растаман. Можно растаман. Так, ты нейтральный растаман, да. Склонность нейтральной религии растамана. Погоди, я наверняка хочу сделать с официальным, правильно? Конечно. Ну, да, типа Иисуса поближе так. Поздравляю, сын мой, теперь ты знаешь, кто. Ты сделал еще один шаг к познанию себя. Удачи, мой маленький нейтральный растаман. Так, так. Смотрите, что тут у нас. Цисгендерный гетеросексуал, коренной американец, эстонец, нейтральный растаман. Блин, Клитус, почему ты так говоришь?
Диалоговое дерево. А, ясно. Мы таких, как ты, тут не жалуем. Давайте поприветствуем это в нашем городе. Мы уже раз три, уже, наверное, раз четвертый с ним деремся. Так, ну... Не надо так делать. Зачем ты сразу вот дерешься? Зачем ты сразу бьешь? Ага, он самый такой крутой. Блин. Да дебилы сейчас друг друга будут бить. Так, Мистерион. О. Будем туда кулаком бить. Ты странный защитник Виллиги, чё отличный от моей? Так, Крейга отпустила. Крейга подопустила. Так, сейчас этот чувак доходит. Америка, любит или get your ass kicked, socialist. Этот нас все так и будет в замешательстве. То бьем вот так. Почему бы нет? Вроде разом двоих, да, убили? Ах ты сволочь, кинь и не трожь! Ой, инсулин, блин. Что ты делаешь, инсулин? Сейчас взорвемся. Ой, мой бедный Кенни. Ох, нифига себе, с половиной бачей с них выбили. А, выбрали ли все? Ну да. Найди и вернись котов большого Эва Гомосека. Я не знаю, где последний. Можно попробовать к нему сходить, может он даст наводку какую-то. Потому что вроде один остался, но в любом случае нам там недалеко идти. У девушки по вызову есть история твоего браузера за последние 3 года. Классно. Даже у меня нет истории моего браузера за 3 года. У нее есть. Ой, эти школьники. Постоянно всякую хрень говорят. Все кисок погладим. Слушай, Суберу, ко мне рос еще один маленький котик. Ну, ты не можешь его таскать, пока до него добрались сраные шестиклассники? Really ты хотел бы сказать, где искать? They move fast, but I'm sure a little hero так. Like you can figure out a way to catch them. Поколку. All of my kitties wear little pink scarves. Please let me know if you see да, any. Блин, на... They move fast, but I'm sure a little понятно. Hero like you can figure out a way to catch them. Ooh, Jesus. Oh, Jesus, it's the farting vigilante. Короче, никаких наводок он не дал. Скотина. Ты ж последняя кошка, ты серьезно? Так, ну, нам, в принципе, до токена топать недалеко. Чего вообще с городом-то происходит? South Park could use some more female heroes. Тут везде мужики все обдолбанные, блин.
какие-то пьяные сидят. Ужас. В общем, большой ужас случился с Саус Парком. В принципе, это всегда какая-то хрень происходит. О, привет, Маруша, это я, классистка. Просто хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты разобрался с продажным копом. А начальник полиции теперь на воле благодаря тебе. Если тебе нужна будет помощь, просто зови классистику. Который шерстный стоит Скай трахать все остальные слоги. Одноразовый мобильник, расходный материал. Королева побега. Понятно. Ну где ж киса? Будет обидно не закончить. Всех нашла, кроме одной. А у токена пароль-то нет? У него нет. Что случилось-то? Он уничтожил, все пропало, чувак. План Тим по созданию франшизы. Все это работа, на ней даже надпись почти не осталась. Они, наверное, пришли ночью, пробрались через чудо. Тимми. Кто же нахрен мог такое сделать? Держи по этой шестикласснике, только они могли на такое пойти. Нет, это сделал тот, кто хотел отомстить нам лично. Да, Сири. Входящее видео сообщение. Родители наши, что это за место? Разве это не родители новичка? Это послание енота и его друзья. Вот блин. Похоже, у меня есть то, что нужно новичку. Это хорошо, потому что у новичка есть то, что нужно мне. Коннор, сукин сын. Бартер интересует. Давай договоримся. Послушай, юноша, у тебя будут большие проблемы, если... Он меня ударил, ты видела? Иди на улицу и делай то, что я говорю, новичок. Или никогда больше не увидишь своих родителей быстрее, или им будет хуже. Ты идиот! Картман, сукин ты сын! Где они, жирный? Где кто, человек в воздушной двери? Родители новичка, где они? Откуда я знаю? Это все ты, мать твою, ты похитил родителей новичка. Потому что мы объединились с борцами за свободу. Это неправда, я хотел эту франшизу больше других. Скажите ему, ребята. У тебя 5 секунд, Гартман. Я же за вас, новичок, ты видишь меня, так ведь? Я докажу свою невиновность перед дурки. Нам нужно найти жертвеста. Блин, Тимми вообще прикольно. Что он твой тебе сказал? Ого! Это че такое? Ну теперь все классы есть, нифига себе. Вот это да. Да, на самом деле у нас теперь все классы. Спасибо большое тебе. Так, это 268. Ну-ка. Не 247, 268. Ну-ка. Так, ну пока так оставил. Ой, не так зашел. Всего можно получить 5, пишет. Только дерьма лежит. Найди енота снаружи.
Снаружи надо шнурчить. Вот Карпман, блин. Жиртрест. А, Наючка, скажи, куда идти, ты пойдешь туда пешком. Никакой скорохон известный, первое задание будет простым. Иди туда, где люди лечатся кофе, и лучше поспешить, часики тикают. Ну или нам надо к Тви куда идти. Идти не работает. Да отстаньте от меня! Отстань! Когда будешь на месте, найди мужика в красной футболке и поговори с ним. Hello, welcome to Tweet Coffee. What can I interest you in today? Ого, что тут мстители? Не знаю, герой ты или злодей. Чувак, это кофе меня реально вставило. Man, this coffee really has me buzzed. Hello? Алло? It's это тебя? Хорошо, Нойчик, теперь задача немного усложняется. Я не буду говорить, куда идти, а загадаю тебе загадку. Готов? Это место, где можно увидеть смерть любых форм и размеров. Иди в этот магазин, чтобы узнать, какой приз тебя ждет. Чух, после этой хмель, как будто под кайфом. Так. Так, что он сказал? Что за смерть любых форм? Может, и напасть как-то Тома? Gosh, darn it, I don't think that vigilante setting a good example for the young... Блин! Чё, серьёзно? Потому что сможешь перехитрить городских ниндзя? О, ты же не должен отсюда соскрыться в городских ниндзя. Видишь ли, у нас всегда есть запасной план. Ты нажил себе много врагов в городе, Мститель. И теперь тебе придется сразиться со всеми нами сразу. Лидеры, сгруппироваться! Шестиклассники! Девочки и юнки, к бою! Они отобрали у нас работу. Люди, крабы... Мститель, у всех на тебя зуб, готовься к смерти. Да капец, вы чё? Так. Здесь чё у нас? Наверное, здесь по троим долбануть. Так камеру переверните мне на ней, пожалуйста. А я одна буду ходить? Нет. Но пока не надо так делать. О, вот свои бутылки дерется. Так. Гасим изюминку, потому что она, сучка, еще та. Ай, кого-то скичар наложила. Мы реально столько себе врагов нажили за все это время. Это, конечно, жестко. Блин, я не хочу его убить. Ладно, классненько. Не смей трогать моего котика. Какого котика? Блин, и как обычно, Супер Крейг у нас говно. Давайте хотя бы попробуем его сагрить на нас. Так. Блин, я его боюсь бить.
но его придется лечить еще. Пусть эти тоже от кровотечения тогда страдают. Ай, Кенни! Кенни, нет! Тихо! Оу, тихо! Чё? Так, а... Скобздецкий, как они бьют. Да хватит столько ходить, нет! You guys are so interesting. Not like those losers we're beating up. А мы и не можем даже полечиться ничем. Так, даем новичку. Точнее, попердение нашему. Так, мы просрали, хорошо. Он еще под чарами. Сейчас ультуем. Мы, блин, вообще не на всех ультанем. Вот, вот так на всех. Сейчас хотя бы полегче будет нам. Давай, 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 давай. Ну что ты, ей? Ну что ж ты так долго-то? Так, легли. Ну, изюминка там сама умрет. О, как раз все они сейчас должны были ходить. Это хорошо. Прям вовремя ульта подошла. Ну, конечно, инсулин у нас уже выздоровел, но... Что поделать, пришлось вот им пожертвовать. Все. Она откинулась. Да давайте быстрее уже. Так, у нас ходит мистерио. Ты деревенщина. Надеюсь, Крейг сейчас... Ай, он умер. Надеюсь, Крейг дойдет до ниндзя у нас. Да. Ну все, в принципе... Человек-краб остался. Ну вот так, ледышка сейчас его убьем, да и все. Да, мы всех разобрали. Кепка Митча Коннора. Теперь... Нам надо разгадать. Попертень, это я, дружище. Это место, где можно увидеть смерть любой формы и размера. Что мы можем узнать? Надо разгадать эту загадку вместе. Так. Да, и спасибо, что веришь меня, несмотря на то, что другие не верят. Я отслеживаю ситуацию, пока делал, что он говорит, чтобы ничего не заподозрил. Это понятно, так вы мне скажите, это что за магазин? Место, где можно увидеть смерть любых форм и размеров. Смерть. Да, у меня почему-то ринопластика только в голове. И все. Ну там же, в принципе, не смерть же. А если это... Этот-то... Где аборты делать? Вот это слово, это суперпарк и карфон, нет. В изюминках тоже. Москит полный готов, сваливай туда.
fight now. Сволочи какие. Так, это где? Вот. Мне кажется, это здесь, нет? Нет, я, походу, ошибусь. You're not the first celebrity we've had in here, crime fighter. You made a mistake. You came to the right place. Что у нас? Кепка. Еще раз. Блин, блин, это грамотно. Да ёлки-палки, все понажимал. Место, где можно увидеть смерть любых форм и размеров. А, погодьте. Это может быть Джамбо Ганс? Смерть любых форм и размеров. Come to this shop to see what your prize is. South Park has a lot of shops, but which one involves death? Если енот разговаривает здесь, значит мы идем правильно. No. Let gay fish be gay fish. That's what I'm saying. Так встаньте. Fight or we don't get paid. What's the gay fish doing, they say? That's my great challenge. That's the weight on my shoulders to bring understanding to the people. You understand? Well, I but how could you? Да, так ты разгадал мой загадку, да, ты не такой тупой, как я думал. Видишь, он там стоит мужик, сделай с ним селфи. Это прямо сейчас, я заставлю твою маму страдать. Ты больной ублюдок просто. Давай. Давай. Ты подбираешься ближе и ближе, новичок, но чтобы найти меня, тебе придется разгадать еще одну загадку. Я в том месте, где сиденье и много цепей. Есть здесь и джунгли, есть и пустыня. А главное, что, блин? Че, ничего интересного у него нету? This new Freedom Pals crew sounds like quite an accomplished group of superheroes. Я в том месте, где... А, главное, здесь много детей. Детская площадка. Здесь все понятно. Причем, можно переместиться-то, нет? Нет. Да, нам на детскую площадку получается. Ну, если там и джунгли, и все, и... Цепи много детей. Мы же там пройдем до конца улицы. Угу. Пусть по прямой сейчас идем и все. Ты еще бы кошечку найти нам. Зачем он наших родителей украл, я не понимаю. Зачем он их похитил? Зачем вообще мы ему? Там этого-то не надо мозги-то из изюминок забирать. О, Боже, я чувствую себя так уверенно, идя после этих встреч. О, Боже, ты действительно просто уходишь? Тут что? Sorry for my unprofessional behavior earlier. I'm going through some shit. Okay, sure. Just don't let any cops see this. Я вроде с полотенечком уже не фоткалась. Ну да. Это место, да, я поняла уже, что это Картман. Well, you got
yourself a deal. Подписчиков набираем себе. Cool. Don't go around trying to burn down the store again now. Okay, let's make this beautiful picture. Все, сфоткались. Word. Еще 5 осталось. Почему там... Ой, чё ж так долго-то? Долговато что-то идти. Соус парк вроде бы большой, а вроде и нет. Enjoy your shitty karma, kid. Я не знаю, зачем все это карма, но вот на самом деле. Карма опять какой-то херней страдает. У него же постоянно такая тема. Что-нибудь да замутить, какую-нибудь хренотень. Так, ну вот, получается, мы подошли к детской площадке. Как тебе удалось разгадать мою загадку? Господи, как уж ты умный, черт, я так тебе завидую. Ладно, видишь женщину, он там, иди поговори с ней. Он сказал мне, что если я не выполню его требования, он сделает ужасные вещи с моим двориком. Сделай мне селфи прямо сейчас. Он сказал, что накакает в моем дворике. Подожди ты, накакай. На этом мы закончим. Прости, пацан, теперь у меня есть то, что мне нужно. Увидимся. Да, это все. Ну чё, я его вычислила, все его сообщения приходили из Дома культуры. Вы не слышали, бац, за свободу, все в Дом культуры, сейчас же. А я теперь могу перемещаться, нет? Да, я думаю, мы уже близимся к финалу. Да подождите, чуваки. Дайте мне макарошки. Или эти штуки. О! Пофигу, потом продадим, да и тем более какая разница. Что хранить? Тут нету. Нету макарон у меня, нету их, к сожалению. Вот что. Две одинаковые. А, у меня уже одна так стоит, понятно. Можно так поставить. Так, нам надо в Дом культуры, да? Хорошо. О, все. Теперь перемещалку им пользоваться. Можно, в принципе, зайти домой, глянуть, что там нам дали. В принципе, дома закончим тогда. Закончим там, где начали. You, опять эти ниндзя! Нет! Копчаги. И уже в следующей серии пойдем разгадывать все эти тайны. Митчи Коннора. Ой, не мог, блин, так страшно.
Костюм супер амфибии. Да, что же я постоянно кнопочки путаю. Акулы были тебе рыбы, что ли? Очки. Это и не очень. Волос у нас тоже тут вообще куча. Была бы милая девочка. Ладно, ребят, давайте на этом будем заканчивать. В следующей серии уже будем разбираться с мечом и с жертвестом. Так что пока на этом все. Всем спасибо, ребятки, за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Также не забываем делиться этим видео в соцсетях, нажимать колокольчик и, конечно же, вступать в группу ВКонтакте. Так что всем спасибо, всех люблю. Пока-пока.